За стол вам спасибо. Со столом вы нам угодили. Угодили? Спасибо. Не слышно? От этого покрытия, Корнелий Иванович, удар слышен только с расстояния в 1 метр. Вы гений, Лев Христофорович! От жильцов теперь просто без звука! Благодать! Ну что новенького изобрели, профессор? Отдыхаю, размышляю. Поделитесь, Лев Христофорович, а? Ну, что вот это такое? Это семечко? Правильно, яблочное семечко. И что удивительно, самое обыкновенное семечко, из которого при нормальном поливе вырастет яблоня. Желаете убедиться? Верю. Бывает еще, бывает. Верите, но не до конца. Осознали? Нет. Ну-ка, принесите ведро воды. Так, одну секундочку. Прошу обратить внимание. Грубин, а? Срочно ко мне в кабинет. А? Под столом лежит бумажный мешок. Только не рассыпь. Все. Удалов, еще воды. Еще? Сейчас. Можно передохнуть. Удалов польет. Это и семечки. Вот именно. И самого обыкновенного семечка. Самое обыкновенное яблоня. И яблоки будут. И яблоки. А когда? Ну, часа через полтора. Вот это да. Я тут, кисонька. Ты что-то хочешь спросить? Я хотела сказать, что гулянки не доведут тебя до добра. Если в растении закодированы не приказы, не разрешения, а запрет, и тогда я взял отросточек кактуса, который растет у меня на окне, видели? Видели, только я латинское название забыл. Неважно, дело не в названии. Сделал срез, нейтрализовал фактор запрета. Я угадал. Через час на моем новом кактусе распустился цветок. Правда, он цвел недолго. Вот и все дальнейшее ясно. Столкновение головы с яблоком порождает не только болевые ощущения, но и усиливает мыслительные процессы. О, мне надо идти. Ешь, ешь, ешь. Чувствуешь, какое сочное. Ага. По всем параметрам настоящее. Перспективы, понимаешь, на своем посту директора бани. А я уже не директор бани. Меня передвинули. Не суть важно. Возьмем
яблоневый сад. За сезон 1000 урожаев, а может быть даже 1500. Многотонные составы с яблоками и грушами мчатся во все концы из великого гусляра. Многотонные? Может, не надо? Надо. Надо. Научный прогресс не затормозишь. Затем начинаем разводить ананасы. 30 урожаев с куста. 5 тонн с гектара. Вот. Этого я и боюсь. Не веришь? Ну тогда приходи к нам во двор. Там первая растет. Потом следующий шаг. Разведение строевого леса. Утром посадили, вечером готово бревно. Так, надо будет завтра с Минцем побеседовать. И про ананасы не забыть. Давно, давно хочется побаловаться ананасом. Открывайте, Лев Христофорович. Простите, чем могу служить? Нет, глядите, глядите, глядите. Предатель. Что это? Что это? Это у вас надо спросить. Что, час назад это были яблоки? Только я собралась их ребенку предложить. Только собралась. Ах, как хорошо, что я не успела. А это? Я варенье сварить хотела. Ай-яй-яй, я все понял. Мы сняли ограничения с растения. Растения в считанные часы дают плоды. Но ведь и ускоряется все. Понимаете, все. Значит, и гниют их плоды в 1000 раз быстрее. Все, что быстро растет и быстро зреет, так же быстро умирает и рассыпается в прах. Простите, простите меня, люди. Остановись! Остановись, говорю, что ты делаешь! Это эксперимент, это народное добро! Ах ты, варвар! Да мы тебя засудим! Судите меня, люди! Но у меня не было другого выхода. Почему же? А потому, что я 5 дней назад назначен директором плодовощной базы. Что случилось? А то, что помещение у нас небольшое, скромное. Мне вчера уже грозили выговором за то, что я не успеваю урожай обработать. Растить яблоки – это каждый может. А вот сохранить их попробуйте. Я вас понимаю. Вы не преступник, а человек, попавший в тяжелые обстоятельства и не нашедший выхода. Но не беспокойтесь. К сожалению, выговор вам не грозит. Вы отказались? Мы отказались. Временно. Ой, со строевым лесом тоже придется подождать. Если бы узнали, как хотелось побаловаться ананасом.